Сегодня забота о безопасности людей преклонного возраста у работников МЧС под пристальным вниманием. С целью предупреждения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста стартовала республиканская акция с заботой о безопасности малой родины. В период проведения акции работники МЧС подготовили множество проектов и мероприятий. Спасатели Солигорского ГРУЧС отправились в малонаселенные деревни. В местах остановок передвижных магазинов были организованы интерактивные площадки, проведены мастер-классы. Поскольку автолавки, у них маршрут распределен по населенным пунктам, и они часто там ездят, и основная категория их граждан золотого возраста, скажем так, мы хотели именно вот эту категорию затронуть, поскольку и акция для граждан такого возраста, и поскольку мы сами приезжаем в населенный пункт, работаем с такими гражданами, работники МЧС подарили гражданам наглядно-изобразительную продукцию, памятки о том, как необходимо действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.